93-94 годов, когда Милан выиграл чемпионат. Но вот, простите, опасный момент. И пока я рассказывал о новых тактических схемах в составе на ваших экранах, 16 номер. Защитников. Ну вот посмотрим еще раз. Хороший пас ему делает Магнус Эрнингмарк. Себастьяна Росси здесь винить ни в чем нельзя. Вот смотрите, Эрнингмарк высылает мяч на Блумквиста. Вот видите еще раз этот эпизод. Пытались, по-моему, сделать искусственный офсайд, но как-то на одной линии с нападающим Мальдини, там вдали Паоло Мальдини, и как-то действовал нерешительно. Очень хорошо сыграл головой в штрафной площадке соперников и набежавший Эрнингмарк свою передачу. Команда выиграла, но выиграл со счетом 4-3, то есть все-таки его дублер 3 мяча пропустил. Очень много значит. Снова все тоже неутомимый Блумквист. Раз передача Блумквист. Его преследует Альбертини. Хорошо разобрался в этой ситуации. Итак, ну вот повторю, что Франческо Кокко, защитник, вышел на поле вместо этого.